Привет, мутяк. Привет. Игоревич. Фиги Игоревич. Привет, Фиги Игоревич. Привет, Бренди. Привет, Нятян. Где Нятян? О, привет, Нятян. Учитывая, как мало от игры осталось, я не думаю, что там будут другие животные даже. Разве что одно какое-нибудь. Да, мы... там же зайчик. Мы же видели на картинке, которую ты выложила. Может, это обман? Может, конечно. Где игра? Разве не здесь? Игру потерял? Ты же сегодня переносил кое-что. Я забил ее переносить. А, она на L начинается. Я думал, она на E начинается. Ты рано начала есть гранат. Почему? Ну сейчас ты игру пройдешь, тогда будешь есть гранат. Ты хочешь, чтобы я ее прошел? Ну как хочешь. Хочешь ты? А я тебе уступлю. Ладно. Ты так редко... У тебя так редко есть возможность поиграть в игры. Я, блин, хз, куда же. Хороший начал. Че ты смеешься надо мной? Не все, что ли. Че он надо мной смеется? У меня впервые есть шанс на тобой посмеяться. Прям обычно впервые. Ты лучше меня. Почему полгода? Это разный гранат. Ну, вообще, я полгода ем гранат, а остальные полгода черешня. Что там в сезоне? Ведь там запустилось. Подождите. Чего? Я забыл Adobe Acrobat выключить. Привет, Джон. Привет, Джон. Джон, повезло, мы его с ним оба поздоровались. Как выглядит? Я, блин, уже не помню. Это просто. Тут и дураки справятся. Мы тем более. А мы тем более. Хватит болтать! Ты так тихо. Блин, ну лосось еще найти надо. Видишь, воды нет. А то тут есть помидоры. Она так смешно полетела. Да. А где классный музон? Почему? Разве его не... Может быть, и не дошла до него. Он вообще как-то слегка забагованно начинал играть. Ну как скажешь. Ну там лосось. Лосось. Джон, пляши. Мы теперь лосось. Я забыла, как ловить лосось. Очень сложно. Ты хотела сказать, опуститься под воду и превратиться в волка, да? Нет, я вот просто хз, куда я жмусь. Вчера так управлял им, как будто я профессионал управления лососем. Нет сознания в дело, сказал Джон. Не похоже. Ты дырку пропустила. Там дырка была? Да. Она была правее. Почему он шлёпает по этому? Я не знаю! Очень смешно. Вон, наверху, видишь.
понял, что тупик. Как видишь? Зачем тут? А, во-во, проход. Вот, вот, братан. Гриб. Гриб? Вот того, да, синенький. Разбросала споры. А тут нельзя развоплотиться. Кажется, здесь нельзя превратиться в волчицу. Хочу синюю рыбу. Что музыки? Не знаю. Почему нет синей рыбы? Все, я пошла, пока. Неудачно. Аккуратно обошла воду. Это я хотела идти. Резиновый мяч, ничего себе. Вот это реликвия. Интересно, я смогу перепрыгнуть? Да. Да? Угу. Все надо. О, синяя рыба. Теряла. Вот же она. Да не сюда я хочу. Не сюда. Да. Вот она. Бегут куда-то. Сосредоточься же, мать. Я сосредоточила. Видишь? Написано в камнях. А наверху что? Тоже не пройдет? Могу только застрять в текстурах. О, как сюда попало? Ты не отсюда попала? Нет. Ты что-то замышляла. Ох, камни, ненавижу камни. Сейчас уничтожу эти камни. Смотрите, какие пидорские камни. Тоже я замышляла. Тут просто не было раньше воды, Джон. О, что-то валяется. Без музычки не комфортно. Здесь ее нет, окей. Ну сейчас до какого-нибудь сейва дойдешь? Ром перезапустить. Ну, может ее просто здесь нет. Может. Попробовать нам это не мешает. Давай сосредоточься. Ничего. Окей. Странно. Я старалась сюда, ехала. Ну ты тут воспоминания типа нашла. А тут тупик. Воспоминания-то тут было. Оно было здесь? Да, видишь, колесо лежит. Чего не узнаешь? Нет. Я думаю, что ты сюда вернулась, зачем?
Ну, лезть на башню, что ли. Синюю рыбу. Вон она. Я. Слева. Как в нее попасть? О! Во, совсем другое дело. Теперь ты Дори. Она синяя. Больше я синей рыбы не знаю. Едем на башню. В конце, видимо, эволюционируем. Эй, она не может залезть дальше. А я вижу тут бассейн. Опа! Что это за бассейн, в который я попала? Это бассейн. Ну тут бассейн. Для красоты, наверное. Ой, как красиво. А может, это крыша была просто. Ой, как красиво. Видишь, вон там, видишь? Да, вижу. Блин, не хочу вылезать из рыбы, но, видимо, меня заставит. Че, допрыгнуть не можешь? Да. Мне вообще за ним. Стена. Вообще стена. Наверное, не сможешь в лукопыль попасть. Да. Потому что его друга нет здесь. Еще надо стену сломать. Эх. Ну, вон видно, куда идти зато. Привет, сестра Нятя. Привет, сестра Нятя. А куда идти? Не видишь, что ли? Вон, левее. Вон. Там можно и карпу. Где теперь карпу найти? Так он не... Вот он. Ой, он остался здесь, как мило с его стороны. Подождал тебя. Спасибо, карп. Знаете, демонстрировала Джону лосося. Позвольте, я достану свой лосось. Выругался. Я помню, это был большой праздничный пир. Смотри, лосося ели. Люди всю ночь слушали музыку и танцевали. Бомба в каком смысле? Игоревич, это круто. Игоревич, это класс. Игоревич, конечно, круто. Мать ты кара. Похоже, не все отмечали этот праздник. Я не помню, чтобы на фестивале было такое. Ну, правильно, потому что ты был... Люди выпрашивали еду, пока мы пировали. Что ты богатенький. Буржуй. Что ты говоришь, капиталистическая свинья? О, все, можно идти, кстати, дальше. Да? Как ты узнал? Так, посмотри на барьер. Видишь, он в трещинах. А, он в трещинах. Смотри, вот. Угу. Мне от этой игры хочется в Атами играть. О, стою. Я бросил лосося. А, ну просто он мне не поможет. Чё, пусть умирает. Никто не умирает. Что такое бархатные блины? Я прочитал квадратные блины. Хочу квадратные блины, Игорь, сделай. Сковородка квадратная нужна. Подари мне сковородку. Дурацкий подарок. Полезный потом. Thank you.
Самая большая сложность в блинах. Ты что делаешь не так, они начинают рваться слишком сильно. О, я все время кипяток добавляю, чтобы они типа были более тонкие, более ажурные. Как ты смешно ходишь. Это я не поняла, куда мне копать. Они от этого типа бархатными должны становиться? Таким. Бархатные, это как? Звучит очень круто. Первый раз так не будет. А ты не дошла до конца, ты обратно вернулась, когда в стену попала. Ого, обелиск какой-то. Нет. Впереди, прям по курсу. Я могу свой рецепт рассказать. Ого, в смысле, свой. У тебя свой есть? Тот, по которому я всегда делаю. Берешь 3 яйца. Вмешиваешь чайную ложку соли, столовую ложку сахара. Если любишь послаще, 2 столовых ложки сахара. Все это перемешиваешь. Я миксером перемешиваю. Чуть-чуть совсем. Потом вмешиваешь туда 200 мл молока и 280 грамм муки. Все это, если есть миксером, то сразу миксером. Если миксера нет, то хрен смешаешь, поэтому можно сразу налить 300 мл еще молока. Если есть миксер, то долить после того, как все это смешаешь. Потом добавляешь, потом все это перемешиваешь, добавляешь полстакана или стакан крутого кипятка. Я еще иногда сыплю немножко разрыхлителя, получается прикольнее. Но это не обязательно. Наконец вливаешь 3 столовых ложки подсолнечного масла и 15 минут оставляешь стоять. Я первый раз 10 тоже все время они рвались на кусочки, отваливались от сковородки, и в итоге у меня была просто тарелка шкварок. Ого, тюрьма? Тюрьма. О нет, там волк. Волк в тюрьме. Почему волк в тюрьме? И не один. Сейчас она их освободит. Как жестоко держать диких животных в таких клетках. Правильно, пусть жрут людей. Ты, видимо, так же рассуждала. Наверное, такой был план. Она же хотела всем отомстить. Я так и не знаю, почему у меня не получались тоже. Недостаточный левел был. Я обычно сваливал это на то, что сковородка плохая. А грязная, подпорченная и царапанная. Возможно, просто плохо размешано. Когда стал миксер, когда появился миксер, проблема почему-то исчезла. Хотя, проблемы, по-моему, исчезли с новой сковородкой. Опять-таки, я сегодня 4 раза позавтракал. Ты обед считаешь за завтрак? Да. Какое прикольное место. Угу. Блин, красиво тут вообще. Да, без людей. Мне нравится, как я классно из животного в волчицу переселяюсь и вообще. Очень эффектно выглядит. Угу. Слишком большая сковородка для блинов. Можно делать гигантские блины.
Опа, они лезут на стену. Так расстроились, что лезут на стену. Тюрьму пропустили, мы пришли. Там были, да, тюрьмы для волков. Что ты делаешь? Тебя же заметить могли. Это же наш священный храм. Ничего себе, он здоровый. Ваш священный храм. Она его осквернила. Сюда. Может быть сюда только? Так вот, не знаю. Нюхать что-то вообще не помогает, да? Ну, иногда помогает. Только когда рядом какое-то воспоминание, чтобы дойти до ближайшего, не? Ну, оно разве не для а этого оно, нужно? Ну, а так оно вообще ничего не показывает, если в рандомный момент сделать. Они сюда залезли, их теперь не уберешь. Тебя спрятались. Может, ты можешь за ними залезть? Может, тебе нужен для этого лосось? А все эти люди, это только ты или ты и рандомные люди? Я и моя стая. Пока, странятян. Лестницы для кого придумали? Ну что, забор не поставили? Чтобы я упала? Так, ну что, они тебя, нет, знаешь ли, вроде как не особо любят. Что? Те, кто строили это место. Ну там что-то есть. Где? Это ты смотрела, да? Значит, там что-то есть. Этот предмет лежит. Лезвие. Блин, какие скучные реликвии тут, невозможно просто. Ты хотел какие? Интересные. Вот в той игре на Wii интересные были реликвии. А камень? Да нет, которую невозможно играть, потому что она скучная. А, да. Так обидно. Вот туда, по-моему, можно. Ну, очень красивая. Это же лестница. Ой, правда. Арена Явар. Здесь сильнейшие Янрана сражались с дикими животными. Вот педики. Если они выживали, их принимали стражу Сичи. Видимо, да. Да. Я помню, как смотрел за сражениями. Вон Тони. Вон там что-то лежит. Далее. Смотри, я не могу влезть на ступеньку. Ты как Рини прямо. Мы даже начинали, по-моему, поиграли полчаса на эмуляторе. Она очень затянутая. Она невыносимая. Но очень красивая. Хотя мы в такие затянутые игры играли, что уже... Да, еще хуже. Там разве? Еще враги все время спавнятся заново, и ты как лог бьешь палкой. А там пошаговые битвы. Очень скучно. Нет, но это очень скучно. Просто машешь палкой. Как она называлась? Что-то там луны. Там, короче, какой-то чувак, никого людей нету в мире, он какую-то девочку искал. Фонариком ходил и светил на привидений. Что-то такое. Shattered Memories, кажется, так. Что-то такое. Намордник для волка. Какой кошмар. Ужас. Покажите, как он выглядит. Странная трубка, смотри. Где? Вот.
Сразу захотелось исследовать новые земли. Хотя бы смешная. Нож для грибов. Просто намордник для волков. В трёх соснах заблудиться можно. Ясно тебе? Я даже вылезти с арены не могу. Ты можешь вылезать там, где нету лестниц. Потому что не могу прыгать по ступенькам, блядь. Потому что ты боишься лестниц, как Риней. О, чё это там? А, это твой друг, по-моему, просто. Застрял. Ты застрял в углу, как я. Будет смешно, если он там насовсем застрял. Да и... Не будет мешаться. Тут такие вомбатики. А только вомбата нашли, да, в итоге? А, вон нора какая-то вомбатская. А, и не только вомбатская. Фига. Это здоровая нора. Ага. Апа, здесь вомбат только пролезет. Вомбаты. Тоска. Все, я заблудилась. Туда, туда. Хорошо, что Брейни меня научила, что надо жать на левую кнопку. Надо было тебе это сказать. Что? Что такое? Он встал и стоит. Что такое? Не знаю. Не идет. Просто перестал идти. Mm-hmm. Вамбат, майтюня, майтюня, вамбат. Он ходит по норам, и это Мурат. Ты отправил вамбата в приключение. Ого, там мужики гигантские. Ау. Уклоняются солнцу. Было наше святилище. Золотое солнце за храмом света. Точно ацтеки какие-то. Показано, как это устроен наш мир. Люди возносятся в небо при помощи животных и природы и преклоняют колени лишь перед великим храмом. Круто, да? Помнишь, в детстве я вырезал этот рисунок на своем кинжале Турпы? Очень дорожил я этим кинжалом. Я не могу катиться вверх. Вот отстой. Если очень постараешься. Что ты? Блин, так все эти толпы людей, это был один человек? Да не, у них разные прически, это ну разные, да, люди все-таки. О, сейчас они. Ой, ты что творишь?
Только не это. Прекрати. Уи. Они так веселятся. Ну вот, тебя поймали. Ямиро! Наша культура! Нет, бульбазавр в моем храме. Понимаешь, что ты натворила? Место было священное. Ты совершила самую страшную измену, какую возможно. Поэтому тебя, видимо, и не пускают в город света. Я окей с этим. Я уверен. Я думаю, окажется, что это ты его проводник потом. Что это он не может попасть в город света. Ты его отправишь и пойдешь спать в свою берлогу. Сюда, наверное. Нет? Кажется, это пирамида, по которой можно только с одной стороны залезать. Какой? Той, на которой свет. Это было предположение, на самом деле, это может быть. Это мы смотрели, что это? Нет, этот предмет. Уже как желтенький. Ты различаешь? Предметы желтенькие, воспоминания красненькие. Во, вон здесь нельзя забраться? Нет. Тут что-то подсвечено, сюда, типа. Нет, нельзя, нельзя забить. Тупая идея. Обратно, что ли? Опа. И большие дядьки. А уж. Ой, что это, на кого-то можно было вселиться? Это там. Это на дядьке. Наверху появилась. Наверное, уже улетела. Понял, за что? Это уже интересно. Опасно. А во-во-во, сейчас было. Во-во-во. Игрик. Это не вселиться, это что-то другое. Опа. Сильнейший Янрана в истории. А, понятно, на статую можно посмотреть. Потому что он такой здоровый был, ну еще бы. Пока не разозлилась чума, выкосившая половину Янрана. Какая у тебя максимальная скорость? Низкая. Вот это. Она не разгоняется со временем? Если по кругу бежать. Он чуть быстрее стал. Но это, видимо, максимум. Тут нет ни хрена, уходим, что ли? Можно на всякий случай попробовать все четыре статуи посмотреть и уходить. Другой выход ищи. Какой выход? Это значит, видимо, не назад возвращаться, где-то еще есть выход. А Ика это на второй PlayStation? Или на третий? Ико. Ико. Да. Вы слышу. Тупой тупик. Кто так делает? Кто так строит, блин, вообще? Янраны. Тупые Янраны. Да уж. Неудивительно, что вы вымерли.
Подожди. Ах да, смотреть на статуи. Я думаю, не обязательно смотреть на статуи. Да? Но я думаю, что с той стороны внизу что-то другое. Там-то будет. Абидос. Именно он основал Хиротаси. Потом его убили враги. Ладно, может быть, я посмотрю, вот вообще вон там, может, ну ладно, извини. А вон другой выход. Это не тот, от которого... А, тот, по-моему. Вот, статуя. Начало. Тони Хиротаси обрел величие. Построил этот храм, куда заводили золото и сокровища из уголков света. Чантай. Отплыл из горы, сплотила... О! Или это тоже? Нет, не тот, с которым работаешь. А, назад повернись, я скажу. А он еще один. А, видишь, два. А, вот один из них надо. А, это как раз из которого пришли, значит тот нужен. Эти четверо были величайшими императорами в истории. О, вот он. Это есть только благодаря им. А это не тот вамбат, с которого мы пришли? Может быть. Может, мы отсюда, значит, пришли? Мы когда пришли, перед нами прям было солнце, по-моему. Мне тоже так кажется. Так что я думаю, не отсюда. Ну хз. Да, а точно другой. Меня Тян говорит. Калибри! Значит, конец уровня. Ну. Потому что не дают летать на калибри до конца уровня все время. Только мы берем калибри, сразу следующая глава. Последняя глава. Помбу будет все время забил. А, этот? Потому что он, не знаю, общается. Все розовенькое здесь. Это такой же, фон садится. Как она розово садится. Решила все облететь. Розовая страна, это страна бегунов, кажется. Лосось ищешь? Маленький тут есть. Как быстро. Ага. Что там, утки? А, цветы. Через окно сможешь пролететь? Воу! А мы с тобой летят, видали? Блин, они с тобой летят реально. Это чтобы я могла цвет поменять, если мне захочется. Так, где вы? Хочу фиолетовую.
Улетели. Ах вы пидоры. Меняй. О, нет. Что, не меняется? Повсюду бунты. Это все ты устроила. А может, ты все устроила, не я? Так же хорошо, что бунты, не? Если у них такая загнившая страна. А ему нравилось? Ну еще бы, он на верхушке был. Ну вот. Тут у вас революция. Вообще в воде. Ого, какая классная. Ой, тебе попалась. Какую хотел. Малиновка. Видали, как самолет. Угу. Ходили, воду мутили. Вот, нюхать помогает найти, только когда она и так в 2 метрах от тебя. Ну и удобно. Хорошо, ну ладно, да. Сама идти. Выйти лед. Не у каждого хватит смелости вломиться в дворец императора. Не нравится мне, к чему все идет. Темно здесь. Могу осветить Ого, путь. Ого, спасибо. Я все равно влетела в стену. Я вижу дырку внизу. Одни дырки, это камень. Крип. Вверх не летишь. Классный калибр. Блин, ну у вас тут постройки, конечно, таких размеров бешеных. Шарашится где-то сзади, да? Летим грохать императора. Блин, там такое заманчивое окно было. Попаду. Твои друзья были? Поймала стража императора. Давай поищем путь в тронный зал. Нам нужно наверх подняться. А, видимо, в то самое окно. Или вообще, правда, наверх. Ты думаешь? Чего? Что тебе нужен вамбат? Ну, мне кажется, туда бы и калибри прилетело. Теперь ты без калибри осталась. Эй, listen.
углу что-то лежало, не о чем говорит. В каком углу? Потому что мы клёвые, а он отстойный. Да. Вон, в углу, реально. Я не заметил. Каменный мальчик. I'm a real boy! А он Мермудон. Ну как, в меру отстойный, он, по крайней мере, вежливый. Не как всякий мудил. Да, цветочки красивые у вас во дворце. Армия целая рабов. Армия сажалась в цветочки. Тронный зал. Не могу поверить, что я снова здесь. Ты что, царь? Он император, наверное. Или его сын. Император-то молодой. Он? Я думаю, да. Он левый. Тук-тук. Вот там. Это я, твое сердце. И мои друзья. Топор, два копья и еще 10 копий. Делайте 10 копий, пожалуйста. Ну да, Нятян, я про это как раз и вспомнил, когда сказал, что он вежливый. На тебя смотрит, сейчас заколет тебя. Иди туда. Нет. У меня флажок есть. Она выбросила его медаль. Имя. Почему? Ну он теперь не сможет попасть в город света. А, и мы без медали. Ее, у нас флажки. И это семафорная азбука. Да, я тоже об этом подумала. Все горит. Супер. Ну, судя по всему, у них не очень-то получилось управлять. Тем, что они забунтовали. А какая разница, иначе они бы умерли с голода. Выйду его. Хоть повеселились. Угу. Ой, как весело. С пропуска не пускают. Гейскую жену все равно сожгли уже. Давно уже. Но тут вот кого-то еще сожгли. Очень грустно. Все пришло к тому, с чего начиналось. Она сейчас расстроится. А я тебе на что, Брейни? Игорь все же объяснил. Только что. О нет, чье-то копье летит. Император, что ли? Ну вот, друга убил. Они отбились.
А нечего было стоять тут и смотреть на горящие деревни. Так, она сбегает. По крайней мере, они пропуск у императора отняли. Мой город, ты что натворила? Она уши прижала. Смотрит в камеру, как Альфоний. Не следуй за ним. Поздно. Ну ладно. О! Ты попугай. Блин. Да как калибри, вверх-вниз. В смысле, как у лосося, вверх-вниз. Можно замедляться. Зачем? Это я думаю, зачем. Вау, попугай классный. Папушка! Куда мы летим? Почему все горит? За ним. Потому что это наши воспоминания. Почему все горит? Почему мы летим по нашим воспоминаниям? Мы устроили революцию. А вон он, кстати. То есть это игра про то, что революция — это плохо? Да нет. Пока что я такой мысли тут не видел. Нет, была мысль о том, что насилие рождает насилие. И что все сгорели, как сгорела ее жена из-за нее. Но император все равно пидор. Даже, наверное, не император, а его вся система. Система прогнившая. Зачем она пришла к медальке? А это медалька ее жены? Видимо. Точно. Она же ее забрала. Подожди, я... А, точно, она же не стала отправить в космос. Угу. Отец. У него голос прорезался. Что, получилось, удалось отомстить? Теперь я обязан принести твою голову императору. Это твоя вина, Калани. А не моя. Что ты говоришь? В следующий раз... Мне придется тебя убить. Какой следующий раз? Когда мы в следующий раз встретимся. Когда она еще раз делает революцию? Я... Мои люди скоро будут здесь. Бегай. Жена моя жена. Ты сама-то хоть понимаешь, что наделала? Наш город сгорел из-за твоей революции. Чем вообще я тебе помогаю? Тебе не искупить грехи. Ты заслужила свою участь. Я думал, это я тебе помогаю. Оставь меня. Твои раскаяния уже ничего не изменит. Может, я из-за этого и погиб? Что если это ты меня убила? Тогда тебя никогда не пустят в город света. Нас и здесь неплохо кормят этим духом. Мы ни разу не ели. Че, он не придет? А вон он. Мой город. Чувак расстроился. Да. Я так расстроился, когда Альфони съел мои наушники. Когда Рини съел твои наушники, ты не расстроился? Этого я не помню. Да, просто не помнишь уже. Город, мой город. Как? Зачем ты влезла в стену? От стыда? Че она все время в текстурах тонет?
пошло гриб. Волчица страус. У него глаза голубые, очень смешно. Если для этого тебя закрыли год под город света, боюсь, ты никогда не искупишь свои грехи. Уверен, что ты стремилась вовсе не к этому, но... Все виноват. Революция, которую ты устроила. Яри-яри. Пожалуй, каждый заслуживает второго шанса. Пойдем, мы же команда. Как быстро он остыл. А что ему еще делать? Да, да, вообще. Кажется, я знаю, что делать. Есть место, где тебе простят все содеянное. Но мне и здесь норм, господи, я не хочу. Да ладно, дай отправь мужика-то. Я считаю, что нам надо мужика отправить в город света. Туда древние шли, чтобы стать ближе к городу света. Он выше всего, что есть на земле. Мы туда пойдем, сможешь попросить прощения. Тут нельзя пройти? Думаю, нет. Ясно, что же с тобой случилось. Наверняка отправили всех по твоему следу. Барьерчик. Стеная флейта. Пейджик. Засыпал. Пейджик. Блин, куда идти? Он тебе не показывает, куда идти? Да. Здесь нельзя пройти? Я, блин, прыгать не умею вообще ни хрена. Умею только тебе башку застревать. Видимо, не сюда. Ау-ау-ау, левее проход вроде есть. Там. О, нет, справа, вон. Нет. Здесь тоже нельзя. Видимо, не туда пришли. Она наша жена. Дио трехмерный муравей.
сделаю термит. Что ты делаешь? Застреваю в стене головой, что не видишь? Лучше бы ты мне подсказал, куда идти, чувак. Куда? А не тебе. Ну ладно. Ты направо. Я ошибся. Я не поняла, Нета. Я понял. Давай, объясни. Я же объяснял уже вроде. Просто имел в виду, что типа вот термиты сами не понимают, к чему их действия ведут, а со стороны, если смотреть из четвертого измерения, то есть кому-то, кто умеет прыгать по веткам, то видно, что в итоге получается что-то прикольное, целый термитник. А для каждого термита это просто выглядит как фигня какая-то. Обычные ходы, которые они роют. Со стороны они его не видят. Типа, вот вы такие вот феи, Серега. Как здорово, что ты в свое ограниченное время рассказал нам очередную метафору. Вместо того, чтобы сказать хоть что-нибудь прямо. Я? Нет. А он, да. Я в руинах заблудилась. Мы умрем здесь. И на красный просто. На красный нельзя идти. Ну тут вся игра про то, что надо идти на красный. Видишь, что-то красненькое, идешь к нему. Я пускаю дальше. Я только на зеленый хожу. Ты, кстати, в обратную сторону идешь. Ну да, потому что там ничего нет. Потому что все зеленое, зеленое. Супер. Даже на такой смертельный прыжок просто. Очень грустно, не можешь спуститься. Это моя жизнь теперь. Мне вспоминается та гифочка сразу из GTA. Как ты туда попала? Что там за место вообще такое страшное? Все, я застряла в текстуре насмерть. И не прыгает? Понем племени мирмидонцев, сын Зевса и Евримидусы. Зевс зачал его в облике муравья. А, понятно. У, я вылезла. Ясно теперь. Дио муравей. Дио мурагей. Сколько ты сегодня уже слов переделала в геев? Штуки три. Ты идешь в обратную сторону. А потому что в той стороне ничего нет, мы же там были только что. Да ты там не туда пошла. А куда надо, блин, куда, давай, куда покажи надо. Мне, куда надо. Так ты вон туда, например. Куда туда? Наверх. Заберись на скалу. Нет, не можешь. Какую забраться. Скалу? Ну вот эту. Так. Ну не можешь, значит не можешь. Тогда иди дальше. Вот прямо по дорожке иди. Я туда и шла. Так иди еще раз. Я там уже была. Ты не там ты была. Там я была. Может быть, дай проверить. Ты вот прямо иди. Вот через дверь. Вот прямо. Здесь ты была? Да, здесь ты была. Молодец. Точно нельзя здесь перепрыгнуть? Сейчас уже точно нельзя вернуться за Калибри. Мы же там на попугая по горящей деревне летели. Рип Калибри. Что же от нас хотят? Что тут животных нет? Грустно. Может правее можем пройти? Вон там. А, или это мы как раз реально не туда пошли? И ты права. Это мы пошли типа по горящей деревне. Деревня. Всего три, что ли? Кого? Воя. Ну да. Я была. Да.
Ну, понимаешь, наверное, ты была права, Винни. Перевич неверующий. Мы типа по деревне бежали, там, где мы на попугая летели, я так понимаю. Летели на попугая. Это тупик, с которого мы начали. А здесь больше никуда нельзя пройти. Вон туда, например. Так можно было все это время, блин. Ужасно. Красиво. Даже здесь. В смысле, даже здесь. Ну, здесь как темно и туманно. Я люблю, когда поярче все. Кто новый? Где новый? Это вроде вамбат был. Нет, это был вамбат. Мне казалось, они и раньше были с разными мордами. Ага, темновато. Лосось. Еее. Видали, какая крутой лосось? Уи. Вот это ты даешь. Ты сом, по-моему, вообще. Не лосось. Или... А, слушай, ты, по-моему, сейчас реально лосось. А до этого был, типа, лосось и карп. Трамплин! Эх, пропустила. Тебя обгоняют, ты сейчас второй придешь. Ты меня нервируешь, блин. Вот, ты его обогнала, ты будешь первый. Еее, калибри. С грибами. Блин, как классно. Это рыба-ледянка. Нашла гриб по дороге. Фак. Неудачно. Я думал, это был твой план. Он садится. Блин, как классно быть рыбой. Я всегда мечтала летать, но знаете, я после этой игры думаю, что я хочу быть рыбой. Ну плавать-то в принципе тоже, что летать. О, вселяйся в того, а то он впереди тебя. А, погнал. Я хочу быть нарисованной рыбой, а не настоящей, конечно же. Ух, красиво. Привет, чуваки. Смотрите, какой классный. Блин, это лосось, слушай, реально. Он плавает не так, как те рыбы. Наконец-то мы нашли лосось. Лучше или хуже? Он лучше для рек, видимо, а здесь он хуже. Ничего, давай, лососик. Он не умеет ходить! Он не умеет ходить? Давай! Бери другую рыбу.
Так, где моя старая добрая другая рыба? Этот лосось теперь обречен жить на берегу. Он эволюционирует, надеюсь. А, точно, ты помогла ему эволюционировать. Ищешь? Не знаю, как рулить. А-а-а. Где синяя лучшая? Мы идем в путешествие. Мы идем к мухомору. Вас совсем стемнело. Звезды очень есть? Шли. А есть звезды? Я здесь главная звезда. Ладно, не смотри. О, есть, круто. Ты, конечно, главная звезда. Ну так-то, конечно, да, лучше. Только я боюсь, что тебя не дадут спрыгнуть. Тебе здесь не дают спрыгнуть? Да. Вот, значит, нельзя. Почему нельзя? А что делать тогда? Ну, иди куда-то шла до этого. Дом и воспоминания. Где? А вон там, видно? Там этот горит. Сигнальный факел. Внизу где-то. За ними цветы расцветают. Это птичка из окна. Прямо как во флавере или в окнами, да. Красиво! Чатик, у нас капец как красиво сегодня с утра было в лесу. Вот и окнами. Это светлячки. Светлячки, реально. Очень круто. Ё-моё. Прикольно. А, ты светлячок. Ну такое. Так, чувак, давай на перегонки. Мне кажется, даже другие светлячки летят быстрее тебя. Может, я какой-то бракованный светлячок. Капец, как вас много. Устала. И так красиво. Так красивей. Ии, смотрите, как классно. Ии. Быть светлячком очень тяжело, не рекомендую. Блин, ты тут летаешь, мне все время кажется, что-то светится, я хочу туда идти. Это ты всего лишь. Ты застряла в камне. Не смейся надо мной. Хорошо.
Горечь охватила тебя. Понятное дело. Вся эта революция дорого обошлась всем нам. Светящийся красненький. Эх, никаких нам больше светлячков. Не ломай мой диван. А-а-а, мой диван! Доброе утро, пацаны. Увидим. Что, не понимала, что стражи императора тебя всюду искали? Хотели сжечь императора! Да? Зажечь его кокора. Предмет. Ого, твой нож, который ты выбросил. День и пошли в пещеру. В пещере ночью было бы темно. Ну там было бы точно так же. Он грибы светится. Вау, круто. Лосось мой лосось. Ты же твой лосось. Когда он так нужен? Она плывет по собачьей. На собака! Не могу поверить. Килотоси обратился в пыль и пепел. Уже такой красивенький был. Почти как я. Венец янранской архитектуры. Да, батенька эстет. Не могу не восхищаться теми, кто сотворил эти изумительные постройки. Эти люди создавали невероятные здания на ровном месте. Мне всегда было так интересно, как им это удавалось. Выхухоли. Я думаю, это не выхухоли, но я их буду так звать. Под воду он может закопаться? Вряд ли. Какой-то лиса? Угу. Смотри. Похоже, сотни хрена людей трудились. Высоко, это шахты, наверное. Или леса строительные. Или леса шахты. Судя по всему, погибали. Водопровод? Кровище. Какое-то мутное место. И что? Это... Так много лесов.
как-то высоко. Не знал, что Янраны вели работы так далеко от Киротаси. Смотри, во что они превратили эти горы. А что? Он из шахты обрушился во время бунта? Лосось, мой лосось. Золото. Все, мы пришли, мы нашли золото. Мы до этого огромную золотую медаль нашли. Была золотая? Ну, по-моему, да. Выглядела так же, как эта штука. Тупик? Нет, ты сюда не ходила. Это отсюда пришла? Нет. Пришла с другого входа. Как ты тут ориентируешься? Я просто пришел и сразу посмотрел, куда, что сюда. Наверное, дальше идти вот сюда. Я сейчас, наверное, не тебе скажу, что на самом деле. Нет, смотри, я был прав. У нас прав какой-то предмет. Весь этот цвет, наверное, это выход. Марио, они мастера лазить по веревкам. У них они называются банда веревочников. Смотри, красные пятна. Да, это у нас копия. Это ж папка. А в кого он кидает копию? Тебя. Меня? Угу. Зачем? Ну, император сказал. Для вамбата проход. Чувак, ты где? Вон он. Так. Прям перед тобой. Сода это как рис, только сода. Не рекомендую. Рип. Ого, зависло. Отвисло. Цветочки, водопадик. Интересно, остальные легендарные зверверии, они тоже просто шайни? Просто шайни? Ну, вамбат был просто шайни, вроде ничего у него особо ну, не да. было больше. Ну и остальные тоже. Это же просто коллекционная фигня. Ну, может, они какие-нибудь интересные. Ого, это что? А, это скала. Ички. Как много. Класс. Красиво. А. Пугайчики. Мне кажется, ли она стала более белой? Не знаю. Веселиться. Вся кнопка, чтобы веселиться. Воу.
Антиклайматик. Жу. Куда мы летим? За другими попугаями. Да? Вау, смотри, как красиво. Радуга, радуга, поехали в радугу. Где радуга? Водопадом видишь. Да, я не вижу. Закончилось. А-а-а. Теперь мы геи. Так не работает. Как? Уже проехали сквозь радугу. Ложись спать, сестра Натян. Вон, видишь радуга? О, и правда, офигеть, круто. Просто объявляешь конец стрима и ложишься спать. Я так делаю. Окей. Пустыня. Неожиданно. Почему? О, еще глава. Я думала, та последняя была. Я вас обманула. Вейла, это же жена. Да, это жена. Бизоны. Наконец-то! Вы из Южной Америки в Северную переехали? Гдым, ты гдым, ты гдым. Е, какой я классный. Боднуть можешь. Это плечика, которая более дальняя. Вот это да. Ну я жму и ничего не происходит. Я голова опускаюсь как будто. Ой. Сезон. Извини. Е, как классно. Хоть я не знаю, куда я бегу и зачем. Заткнись и наслаждайся. Мачурук. Точно южные индейцы. Жили здесь до нас. Люди слагали легенды об их великих достижениях. Даже не верится, что я вижу их наследие своими глазами. Воу! Ты бодаешь! Ненавижу. Долой наследие! Хочу туда наверх. Да. Там куча на утёсе каком-то. Вот, я все исправила. Молодец. Как классно быть бизоном, а? Хочу быть бизоном. Лучше, чем лосось. Нет. Мэйтизон. Как Веризон, только Мэйтизон. Да что ж такое-то, блин? Все сломать. Привет, Симос. Привет, Симос. Какой холмс? В смысле, зачем? Потому что могу. Долой наследие. Ой, как классно. Ох. Угу. Как мощны мои лапища, а? Так грустно всегда, когда ты мимо пробегаешь. Мне тоже грустно. Я прям чувствую. Слышь, музыка какая грустная играет. Это я мимо пробегаю. Странная гора, надо туда идти. О, по пушке.
Ты включила замедление. Пак, а как? Джойстик нажми. Что такое джойстик? Вот, ты его, ты им управляешь, его можно нажать. Это зачем? Типа кнопка, чтобы выключить замедление. А, ты его уже выключила. Ты не сдаешься, я смотрю. А ты упорная. Все сломали, отлично. Ой, он умеет плавать, все как мило. Умеет бегать под водой, смотри. Так, какой застрял, нам как надо башня? Он сказал, к странной горе. Так, подожди, тут еще. Он туда, видимо. Так-то лучше. Во, совсем другое дело. Я все исправила. Он и сам немного лосось. Куда? А? Куда ты? А куда надо? Куда, по-моему. Я так думаю, что вон туда. Но не ручаюсь. А, она не сломалась. Как обидно, а? Да. Разве не отсюда пришли? По пушке. По-моему, нет. Думаешь, отсюда? Может, и отсюда. Наверное, на гору надо забраться, которую я хотел забраться. Бегать с пацанами. Пацаны, бежим со мной. Лаша. Интересно, как далеко можно в пустыне убежать? Не знаю, не хочу проверять. Почему? Он так медленно бегает. А. Попугай нужен. Рай тоже не очень быстро. Разве? По-моему, очень даже быстро. Как здорово, что тут бегают бизоны, так классно. Ты просто бежишь за бизонами? Да, лосось тоже быстро очень ехал, мне понравилось. Ты не можешь туда идти? Ну, пожалуйста. Что? Что? А, окей. Ты просто вылетел из-под земли. Где я? Окей. Где я? Да, смотри, какой быстрый. Вопрос в том, куда тебе надо.
ладно, меня из той дырки выкидывает. Видимо, да. Вау, как красиво. Мария, ты я все порушила. Все правильно сделала. Классный музон. Да, музон. Музон внутрь, что можно. Может, мы все-таки не оттуда пришли? Откуда же? Да, действительно, откуда? Тогда надо в пустыню лететь, пока нас не телепортнет. С той же стороны горенту. Может, покричать по-попугайски? Я кричу, но ничего не происходит. Жалко. Башню вроде бы сверху можно влететь, но похоже, что у меня ничего нет. А, что-то есть, видимо. Где? Там подземелье какое-то. Ват. Тебя обратно вытащили? Ничего там нет, просто там... А, это просто дырка в текстурах опять. Просто башня. Да не были мы там. Ну, почему оно так красиво выглядит, если мы там были? А, обычно там, где мы были, не выглядит красиво. Или правда мы отсюда вылетели? Ну слетай куда-нибудь, чё мы тут по кругу летаем? Чё? Если мы оттуда действительно прилетели, то нас не пустят туда, вот как сейчас. Нет, это все-таки тот самый замок Нетян, видимо. Потому что нас туда не пускают. Где я? Полетели в пустыню куда-нибудь. Вон туда. Хочу туда. Вдоль каньона. Это не странная гора, прям по курсу. Бизончики стоят. Ветер дует? Да. Ой, синенький папушка. Ну и какая же гора странная, мы уже на всех были. Нетян предлагает башню еще раз проверить. Тут водичка. Больше. О, и предмет. Мы нашли рог. Опа, попугаи за тобой пришли. Они пришли меня спасать. Что ты делаешь, чувак? Красивый полет. Да. В башню заглянешь? Какую? Еще раз. Ну тут больше нечего делать, только в башню залегать.
Ты сможешь. Вау, ты и так можешь. Башня такие звуки издает. Риск прям какой-то. Какие будут. О! Получилось. Это было сложно. Цепи для буйвола. Нет, только не цепи для буйвола. Будь прокляты эти людишки, хоть бы они все исчезли с лица земли. Подождите-ка. Грибочек. Я его взяла или нет? Да ё-моё, попугай, ты можешь остановиться? Если он остановится, у него сердечко становится. Ты с кем ты его путаешь? Так, и чё? Там ничего нет. Ну, я же говорю, надо куда-то в пустыню лететь. Какую пустыню? Куда-то, где не дует ветер, наверное. Тут по краям пустыни дует ветер, чтобы я не улетела куда не надо. А вот там, где тебя сдувало, там нельзя на буйволе проехать? Нет. Пробовали. Пробовали? Ну, туда просто не идет. Ну, почему в птицу перекинулись? Потому что буйвол не прошел. Понятно. Да мы по кругу летаем, нетя. Тут не так много места. Опасные попугаи. А сюда нельзя. Ну и куда мне надо? Почему этот чувак мне не хочет помочь? Тебя же разворачиваю все время в правильную сторону. Чего ты все время разворачиваешься? Какую правильную сторону? Куда тебя развернули, туда и надо лететь. Почему? Это логично. Логично. А может, стали бы тебя поворачивать в сторону, куда тебе не надо? А всегда в одну и ту же сторону тебя поворачивают. В смысле, мне просто лететь прямо? Угу. И докудова. Башню мы уже посмотрели. Он туда может. Кстати, мы туда летали? Да. С попугаями ты видела? Они слайдились. А, это туда мы летали, да. О, там что-то есть. Грибочек. Все грибы соберем здесь. Что это за самолет? Это упавшая башня. Ты уже взяла этот гриб? Да. Только что. Это он же? Да. Ну и что делать? Что с попугаями? Почему они пропадают? Найдите мне, куда идти. Здесь тоже была. На горизонт идти просто туда.
там ничего нет. Действительно ничего нет. Ты мне не верил? Ну да, до сих пор ты тебя не отправляли назад. О, теперь тебя сюда развернули. Меня просто разворачивали в противоположную сторону. Да, ты права. Алисимус, мы не будем по тебе скучать. Абсолютно. Пришел инуит. Привет, Юля. Привет, Юля. На видео. Отвратительно. Ёль, да. Ничего не спишь? Какими судьбами вообще? Счастливые люди без выходных. Теперь Вау. Ты знаешь, что стрим есть. Теперь можешь спать спокойно. Все под контролем. Я себе наспойлерил. Что ты себе наспойлерил? Ты бы лучше себя наспойлерил, куда идти. Я и пытался. Но твой маленький друг. Я не знаю, что это. Я открыл хлеб на середине, там кто-то говорит, но твой маленький друг. Маленький друг бесполезен. Походу Бизон-то может проходить через эту самую. Через что? Или тебя назад отправляют? Нет? Слушай, ну я там уперлась в стену. Меня сдуло просто. Это там, где дуло? Сложно понять. Лосось. Ну, лосось прилег. Можно мне не на русском, блин? На English. Нет, тут только на русском прохождение. Тоже
Я имел в виду совсем пустыню. Тут, мне кажется, тебя не сдувает. Блин, походу нам сюда надо. Я же говорил. Нет, ты не говорил. Говорил. Ты сказала, что ты пыталась, а не смогла. Где я научился на английском разговаривать? Так я ненавижу вам переводить. Хочу лосось. Это вамбат. Обман. Так-то я все на английском смотрю. А, уроки? Это было 100 лет назад ведь. Ну как 100 лет назад? Год назад или когда? Больше. Но они мне помогли чуть-чуть научиться разговаривать. Я-то не люблю. Это утомительно все читать. Ого, какая хитрая сестра Нясян. Опять огонь. Если его развели ты и твои люди, вы явно не умели заметать следы. А ты вы его солдаты, конечно же, заметили такое. Или ты на это и надеялась? В конце коня найдет свет. Где конец? Почему ты идешь в обратную сторону? Я иду в обратную сторону? Да. Тебе тут прям показали заставку впереди. Там видно, что горит этот факел, который тебе нужен. Я не видела. Ты развернулась и пошла в обратную сторону. Ну просто если с горы прыгнешь, сдохну. Зачем с горы прыгать? А что делать? А как бы на горе. Ну да, ладно, ты права. Опять ты, говоришь, посмеялся надо мной напрасно. Нельзя, что ли? Я не это сказал, ты меня слышал? Ничто, не это. Попей. Где лосось? Вон он. Где? Под водой. О, лосось. Yeah, motherfucking лосось. Давай пересечем пустыню за лосось. Только это не тот лосось, который умеет пересекать фак, пустыню. Фак, он не умеет прыгать. Все, помогите. Ты теперь навсегда здесь. Чего? Ты как сюда попал? О, там можно перепрыгнуть. Уи! Ого, мы действительно пересечем пустыню на лососе. Еее, веселая музычка. Это тема лосося. Смотрите, как классно быть лососем. Лосося. Блин, очень мало было, хочу еще. А, лосось умеет прыгать гриб. С водопада, где? За тебя был. А, карп не умеет. Где гриб? Левее. Вот где-то под тобой сейчас. Левее, 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 левее. Вон он. Как ты, блин, его заметил? Ну, мне не надо управлять, я поэтому я вижу все. Да тут управлять на самом плывет. Ну все равно, ты же видишь, не заметила гриб. Когда управляешь, меньше замечаешь. Я несколько раз уже замечал. Хотя казалось как ты бы, замечал, ты разница? Же управлял. Ну тебе джойстик отдаешь сразу. Наконец-то ходячая рыба. Все, я пошла. Ну раз заметил гриб, то надо собрать. Пропускать что ли?
Какой ужас. Сотни тел. Может быть, даже тысячи. Чувак, ты могил не видел никогда в жизни? Неужели это мочу руку? Не смешно. Что делаю с рукой? Что здесь произошло? Гуглить только эта игра. Опять зажгла огонь. Она просто пироманка. Да уж. Хотел, явно хотел, чтобы они увидели, да? Куда ты их вела? Они пожарили лосось. Есть ходячий лосось и речной лосось. Давай, используй свое лосося чутье. Вон там стенку можно уже сломать. Лосося чутье. Кем больше нравится быть, Аками или Экко? Аками. А если бы была игра про Аками, но управлял бы ты там дельфином? Как? Ну, та же самая игра, только играешь за дельфина под водой. Слоны. Хочу быть слоном! Ё-моё, какие они здоровые! Они убегают! Не убегайте, подождите, блин, пацаны. Они опять этот бешеный пацаны. Лосось! Чуваки, не оборачивайтесь. Вау, какой-то большой. Давай посмотрим, куда нас приведут. Давайте слова. Посмотрим. А ты можешь как-то будешь делать? Не могу. Могу идти чуть-чуть быстрее. Ого. Могу беззвучно трубить. Чё-то мы так затухли. Чё-то там всё есть. Где сверху падает? Где мана? Мне понравились светлячки. Да, были классно. Было классно, когда ты бежишь, и они все появляются. Чё стоим, кого ждём? Смешные баги. Да. Господи, Йоли, я прочитала Снари и охренела. Это типа этот? Снейп плюс Гарри? Да. Лосось. Но тебе нужен. Мне, конечно, нужен. А там он гриб. А он не может прыгать, кстати, слон? Он ничего не может. Mm. Блин, моя Майтьена опять. Уже нажала не как Брейни рекомендовала левую кнопку. Кнопку, которая справа, которая отмена. Потому что она на краю джойстика, поэтому она отмена. Могу допрыгнуть. Где я? Вот ты. Что происходит? Я камень? Помогите! Жми X. Может, у тебя еще есть шанс выбраться отсюда. В смысле, левую кнопку нет? Ну все. Рип. Это все. Скажешь, когда сдашься? Очень грустные звуки. Спасите.
Надеюсь, она не очень далеко. Это я, Лёха, вытащи меня из камня. Вытащи меня из кирпича. По-моему, это до слонов еще, да? А, не, прям здесь. О! Делов-то. Я застряла, потому что я в матину превратилась. С матьяном внутри камня. О, ленивцы. Вот это идеальное. Где ленивцы? Вот, вот. О, да! Вот это то, что нужно. Вот это мое тотемное животное. Давай, Майти. Скорей! Скорей! Я сейчас, подожди. Ползи! Все, до края доползла. Блин, все, ну ладно. Походу не это самое. Что? Называется, забыл. У них анимация типа не взаимодействует с окружающим миром. Поэтому лапа в воздухе висит. Тут ничего не взаимодействует с окружающим миром. И голова попадает в скалы. И по той же причине, походу. Типа волк целиком анимирован, что ли. Хотя мне казалось, у него уши дергались, когда он падал. Такое было. А, это из Короля Льва. Да? Да. Там Пит. О, нет. Песчаная буря. Беги, Оками. Нам надо? Беги! Сейчас тебя песчаная буря раздавит. Куда? Песчаной буре. Беги за пацанами. Они тебя не бросят. Тут другая музыка должна играть. Вы знаете, какая. Та-ра-ра-ра-рам-пам-пам, рам-пам-пам, рам-пам-пам. Иди в жопу. А какая? Я не знаю. Из Короля Льва. Там определенная музыка играет при этом. Ну, в игре, по крайней мере. Я бегу, блин, изо всех своих сил. Чё ты орёшь на меня? Да, вот это вот, вот это. Спасибо. Смотри. Какие у тебя реснички. Где я? Где все? Где пацаны? Беги за пацанами. А где они, блин? Вот туда.
Левее. Нет, я неправильно показываю тебе. Ничего не видно. Все. Здесь навсегда теперь. Что? Я предлагаю чекпоинт начать. Чё ты стоишь? А я не могу идти. А, это обратно, типа. Как насчет чекпоинта? И не отставай. Больше отбуду его. Я встала на оператора случайно. То на слона, то на оператора. Не хочешь? Я хочу выход, блин, найти, а ты чё? Загрузить контрольную точку хочу. Ну, правее был выход. Ты все время налево идешь, не? Или там тоже не было выхода? Куда? Правее, 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 вот тут! Ты все время обходишь эту штуку справа. Слева, в смысле. Во! Туда. Нельзя? Нет. Выглядит как будто можно. Но нельзя. Я хочу, хочу бежать за буйволами. Он трек подготовил? Да. Ладно, как выйти? Что ты надел? Что ты делаешь? Старт нажми. Что-то буйволов-то нету. Видишь, я здесь же. Ты здесь же? Или нет? Только без буйвола теперь. Я одна здесь. Упс. По крайней мере, теперь понятно, куда идти. Ничего не понятно все равно. Ну вот ты же идешь. И не утыкаешься в стены. Опять несут свои копья. Здание, смотри. Блин, это какой-то фанат зданий. Да, он, Мочуруку, наверное, правда, умели строить. Невероятно. Настоящий город Мочуруку. Ума сойти. Какие огромные здания. Что же стало с Мочуруку? Всегда мне было интересно. Умерли. О, привет, пацаны. Он лежит. Ты лежишь. Стал бежать. О, настоящие утки, а не то, что раньше. Черепахи! Где? Вот, утки, а черепахи там. О, да, детка. Надеюсь, они могут кусаться. Тыковку можно есть? Тыковку можно есть? Сейчас узнаем. Давай, кто быстрее. Ты или вторая черепаха? Мне кажется, ты побеждаешь. Можно, yes, жри. Спасибо. Того стоило. Орать ты можешь? Не можешь. Наконец-то мы поели. Воду хочешь? Может, я сухопутная черепаха, мне не надо воды. Ладно, сухопутная неважно. Не умеет плавать? Ну да. Я думал, все рептилии. Почему я так думал? Наверное, нет, действительно.
Тут слишком мелко. Да. Да, там и дальше мелко. Так что мы не узнаем, можешь ли ты плавать. Ну что, сегодня он кашлял как обычно? КД, вроде да. Что ты меня смотришь? Я плыву. О, видишь, я поплыла. Я залегла на дно. Классно. Это я в панцире прячусь, все. А, у тебя есть кнопка прятаться в панцире? Да. Прикольно. Класс. О, ты плывешь реально. Не намного быстрее. Ну, зато я могу делать вот так. Уже не могу. Почему? Не знаю. А потому что ты под водой, наверное. Блин, ладно. Надо вылезти из воды для этого. Было сложно. Зато мы покушали. А, нет, тоже Гагара. Он как будто быстрее летает. Да, она как будто... Не мы, правда, так давно может, не были. Может, мы уже отвыкли просто да. от нее. Манок. Мы Пика-Пика не видели сегодня. Он кончился. Он, наверное, уехал в Минск. В Минск ему капец. Но он там живет, Юля. Так, куда идти? Мачу-Пикчу. Где он? Не знаю, иди просто прямо. Ну куда прямо? Прямо куда? Туда. Куда смотришь? Мы разве не оттуда пришли? Ну, придешь и знаешь. Если оттуда, то развернешься, пойдешь в другую сторону. Ох-то. Или Нятян скажешь, что ты идешь не туда. Где Хиан тупик? Ну, Нятян, надейся, а сам не плашай. Там еще под зданием можно было пройти. Ну, вроде оттуда пришли. Да? Точно. Ну, если точно, то конечно. Раз ты говоришь, значит нет. Значит, ты права. Я тебе верю. Я верю тебе, Майти. Не обязательно совать нос во все камни, которые ты видишь. Ну, вдруг я застряну. Классно же будет. Мы же отсюда пришли, да? Да? Наверное. Да, думаю, да. Бомбатики. Бомбатики. Земные акробатики. Бомбатница. Бомбатируйся туда.
Догнали. Наконец-то. Ваня, сдерживает солдат, чтобы ты успел убежать. Очень интересно. Ого, ты одной рукой прям рулишь. Да ты просто про-геймер. Вау, как тут прикольно. Я чудом не сдохла сейчас, ты видел? Да, видел. Утята, скидывай их в пруд. Как Брейни завещала. А это не утята, минуточку. Чего ты ходишь по дну? Может, я Иисус. А где утята? Мне показалось, что это утята, я же говорю. Это оказались не утята. Ну вот, я хотела скинуть их сюда, правда. Ага. Интересно, как она на воду приземляется. Уныло? Ну да, уныло. Там лосось был, кстати. Интересно. Интересно, где? Под водой. Может, это был не лосось? Да, лосось. О, есть, там проход синенький внизу. Мой любимый. Ого, она поплыла под водой. Угу. То есть тут была вода. Угу. Это ж не город, который затопило. Согласен. Чем? С тобой. Насчет чего? От того, что здесь была вода. Тут окей. Давай, лососи, чутьё. Кажется, справа что-то видно было. Нет, показалось? Да, вот здесь видно. А вон и дырка. А? Вон и маленькая дырочка. Там, куда ты шлёпаешь. Шлёп, шлёп. Как этот звук издать? Рыбой стукнуть об землю. А. Вот и наш баран! Господи, наконец-то козел! Он может на стене стоять? Краду. Все, это мое животное теперь. Блин, ты потеряла его! Это было чудесно. Фига ты забираешься. Наконец-то можно карабкаться. А, кстати, внизу предмет какой-то лежал. Насрать, я баран. Он, скорее всего, неинтересный. А можно толкаться? Я представляю, Майти, такой баран подходит к другому барану. Смотри, я баран! Делаю баранские вещи. Баранки. Куда, куда, куда? Пугался, что ты упадешь. Я ж баран, куда я тебе упаду? Баран, конечно, не упадет. Это, наверное, козёл. Насрать, ну это классно. Не баран. Могу трясти башкой. Ого, как ты ловко карабкаешься. Кдык-кдык-кдык-кдык. Какой из козлов тебе больше понравился? Не одинаково. Мне понравилось, как он лосося с собой понес. Это было супер. Я уж думала, мы с ним теперь да, я тоже. Всегда будем вместе, но увы. Увы. Говорила, чуть-чуть осталось. Ну, я так думала. Последняя глава тут размером, как остальные главы. А, нет, тут еще одна глава пошла. А. Значит, я набрала. А мне кажется, ты и говорила, что она предпоследняя. Нет, я думала, что она последняя. Щеночек.
феник. Застрял. Это волчица, ну. А, это волчонок. Это маленькое что-то. Та самая волчица. Короче, ей нравилась только ее любовница и волки. Прямо как Майти. Все понятно. В детстве любила животных, да? О, нет. Надеюсь, это те волки, которых она освободила. Наш Эйлис, он какой-то человеколюб. А ты баран. Ах да, я уже забыла, что я баран. Вот и друга завела. Куда я пришла? Туда тебя. Помню, что там была оранжевая стена. Оранжевый, значит, можно залезать. О, ты просто по ней бежишь, блин. Ёп. Страшно, да? Как настоящий козел, реально. Как круто. Вот симулятора козла мне в жизни не хватало. У меня для тебя хорошие новости. Я знаю. У тебя был нелегкий путь. Куда ты там шла-то вообще? Я и не говорила тебе, хитрец какой. Думаю. Боднуть, я же говорю, можно бодаться, а что ты не бодаешься? Мне только сейчас сказали. Что-то лежало. Гриб. Коза может разрезать стены как буйвол, если достаточно разгонится. Гриб не взяла. Я не на ту кнопку нажала, видишь? Это ловкость была. Так, в какую стену мне надо врезаться? Я готова. По этим видео можно бегать. Нет, нельзя. Во все стены? А, вот в эту. Когда игру пройдем, тогда и пойдем. Те из нас, кто не пойдут спать раньше. Угу. Извините. Здесь был мост. Да мы почти прошли. Зашибенски. Должно быть, веками создавалось. Так. Что ты делаешь? Прыгаю по воображаемому мосту. А, хорошо, молодец. Горжусь. Ты же отсюда пришла, не? А, нет, ты не отсюда пришла, ты хороша. Блин, как круто, козел как настоящий, смотри, ага. Они реально так ходят.
Ёб твою мать! Как удобно, что время вовремя замедляется, чтобы я успела нажать прыжок. Воу, еле схватилась. Класс. О, я вижу папужек. Грибочки. 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 Где бы? Я думаю, тебе попугай нужен. Ой, синенький, как я люблю. Куда лететь? Текстуры? Что? Куда ты? Ты что? Зачем ты сюда полезла? Помогите! Ну зачем? Зачем ты сюда-то полез? Фу, я жива. Ничего, он прыгает вниз, все потемнеет, и он окажется там, где надо. Мы же в раю. Что тогда город света? Это ад для всяких архитекторов. Ага. Человека-фагов. Вау, ты сломала горшок. Ты кинула Ктулху в костер. Рип Ктулху. Ого, сейчас волки будут тебя защищать. О нет, волки, бегите. Этот батя никого не пощадит, даже жену. Чью? Мою. Мой маленький друг! Он так искренне расстроился. Блин, он выжил, а эти все померли. Как грустно. Опять, наверное, чувствую себя виноватой. Только посмотрите на вас двоих. Ты чё, ты завалил всех волков, пидрила, блин. Пидор. Это не я виноват, это ты убил. Твоя тупая революция. Да. А ну, мы спасли волчонка, подружились с волчицей, пошли дальше. Потом пришел батя и замочил всех волков. Видали, как мощны мои рога? Как мощны мои твои копыта. Хорошо быть козлом. Офигенно. Помнишь, когда-то ты думала, что волчицей быть офигенно? Потом появился лосось. А теперь козел. И они все офигенные. И глаза у тебя классные. Операторскую работу, это я вам красиво делаю просто. А вовсе не пытаюсь разобраться с камерой. Ты бы еще замедление времени сделала. Вы с волчонком бежите. Весело бежим в закат. Блин, козлы-паркурщики, они невозможны. Хочу быть козлом. Я просто бегу просто по горизонтальной. Как в жизни. Грибочек. Вау, потянулся. Какой ты классный. Вот и не разбилась. Хоть я козел не разбивается. Я шпана за факин козел. Понятия не имею, куда я бегу.
Там показалось. Да. Я на минутку отвернулся, я не знаю, что, о чем ты говоришь, что показалось. Колечко. Надеюсь, это кольцо всевласти. Козел им воспользуется. Блин, как классно играть за козла, вы не представляете. О, паня. Папаня. Папаня. В одиночку будет за нами взбираться просто до конца. Потом у него заняться нечем, а? Паня упал. Потерял свое копье. Если вы понимаете, о чем. Привет, красавчик. На меня похож. Волчонок рип, что ли? Что тут у вас происходит? Нет, только не вомбат. Надеюсь, он тут просто так ходит. Не хочу терять козла. А как баба сюда залезла? Она тоже была козлом? У нее веревки есть. А, точно, я же мастер веревок. Тут волчонка. Бежит сам. Видимо, он задолбался по веревкам лазить. Как же классно быть. Смотрите, какая я крутая. Ща ну, я давай, все давай, 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 не останавливайся. О, да. Ты показала им. Опять подвесом. Воу! Класс. Как классно вы подтягиваетесь, а? Дали как могу, да? Mm-hmm. Круто. Ты все можешь. Хотела сейчас по привычке обвести дерево, чтобы оно зацвело. Где тут все карабкается? Блин, тебя отнимут козла сейчас. Нет, не хочу быть вомбатом, хочу быть козлом. Возможно, это ненадолго. Ты о, катись, катись, катись. Завидует моему могуществу, когда я козел. Сейчас снежный шар должен налепиться. Ну ладно, там куча других козлов. Я не думаю, что у него настолько маленький ареал обитания, чтобы мы его завели в незнакомое место. Ух ты, смотри, снег. Угу. Пойти. Брошь туда. Как-то. Налево? Или ты тут пришла? Если да, то направо.
Нет, ты тут пришла, значит, налево, я был прав. А слева что? Вон проход. Где? Вон тут, вон. Вон там! Тут. Ты здесь подбирала секретку только что. Вот, туда. Да. Сюда. Можно было? О, волчок, ты живой? Да, я же, блин, ты не видел, что ли? Нет. Чё, козёл глупый, что ли? Очень грустно. Была бы я сейчас сам это раз, ушла бы и лаяла как дура. Еще одна глава. Это точно последняя? Это точно последняя. Прям какой-то джорни. Как в одиночку. Говорю про геймер, ты стала уже за один день. Уже одной рукой играешь, второй гранат ешь. Какая долгая игра после предыдущей игры на 40 часов. Волчица дует. Верните мне козла. Ну я перепутала, Нятя, ну чё ты? Я тупенькая. Мы тебя теперь до последнего будем чмырить, вспоминать, как ты перепутала. Она классно идет. Пойти. Прямо. Куда идти? Так камень обойди. Как? Да, просто иди. Нельзя так? Можно? Карту нельзя посмотреть. Зачем? Где мы? Ты же просто прямо надо идти и все, и не сворачивать. Лучше никуда. Бы эта игра шла 40 часов, а та игра 6. Хорошие игры не идут 40 часов, кроме Акаме. Акаме разве идет 40 часов? Да. Ну ладно, она короче. Прям 40 часов? Да. То есть мы вот эту визуальную новеллу читали дольше, чем Акаме проходили? Да. Отвратительно. На что мы потратили свое время? Заморила волчонка. Давай свои комментарии, чувак. Ты ведь ради нее все затеяла, да? Ради Вилы. Ты хотела революции, она нет. Ну да, поэтому я ради нее все затеяла. Она хотела, чтобы они поняли. Это то, что ты делала сейчас, пыталась заставить их понять. Что понять? Показывая им прошлое? Как? Какое прошлое? А, предыдущих Мачу-Пичу? Показала руины, типа, или что? Ну, видимо, да, она же жгла костры, чтобы они увидели могилы. А, могилы. Помнишь? Угу. И тут тоже руины. Могилах я не подумал. Батя. Ого, они сидят в соседних комнатах. И не разговаривают.
Он себя заколет. Этот кинжал. Это же... Бурмидонский. Это Пакман! Это я? Он и есть ее батя? Я Атево. Я твой отец. Ну я предполагал, но подумал, что прикольнее будет, если он император. Она должна сказать: нет! Это я приказал сжечь твой дом. Это я убил твою возлюбленную. Стой! О, Камио. Прости меня, пожалуйста. Где ты? По очереди в слезах убегают друг от друга. Кто остывает быстрее, он или волчица? Сейчас узнаем. Решать, волчица уже остыла. Это у них семейный вопрос. Куками. Клянусь тебе, я не знал. Я был ужасным человеком. Нет, я не заслуживаю твоего прощения. Все равно бежит в слезах. Такие бровки. Мне нравится, какие тут волки стильные. Угу. Такие худые. На самом деле, архитектор, чувак, это наш батя был. Вот все, что ты пропустил. И он сказал: я не заслуживаю твоего прощения, я ужасный человек. И убежал. Но сначала волчица убежала. Но она в ужасе убежала, но недалеко. Ее ветром сдул. Ну, в начале игры он, короче, сказал, типа... Да, сжег всю деревню вместе с ее женой. Потому что она бунтовала. Потом что-то еще сделал, я уже забыл, что. А Юля вообще все пропустил. Смотри, смотри, она сейчас взлетит. Действительно взлетела, не то, только не в ту сторону. Хвостом виляет, в смысле, видишь? А, да, класс. Как вертолет. Да не, он вроде специально сделал. Он не знал, что там внутри жена, поэтому... Как не знал, она кричала: но там ведьма, он сказал: нет, все равно жгем. Чего нет, он говорил, что он не знал. Да? Да. Да? Да. Ну ладно. Ого, золотишко. А потом все равно пришли конкистадоры и поубивали всех, кто остался в живых. Так что неважно, что они тут все решали судьбы своих народов. Все равно всех замочили потом. Как ты ловко ушла от входа. Надеешься козлика найти? Где был вход? Слева. А вот грибочек нашла зато. А жена ее сестра, интересно? Жена ее жена, ну. Че, нельзя на сестре что ли жениться? Нет. Почему? Сестра Любы не нужны. Жена Любы не нужны. Ну
что, батька ее убьет или как? Волчонок ее защищает. Только попробуй волчонку зарубить. Он его просто бросил. Пойдем со мной, что ты пытаешься доказать? Ты проиграла, прими это. Ничего я не приму. Это все ты во всем виноват. Все, сбросил с горы? Нет. Калани, остановись. Ты что, боишься хоть раз в жизни открыть глаза? Да хватит толкаться. Ты просто приказы выполняешь. Глянись вокруг. Калани, хватит. Ой, Калани! Ой, как так вышло-то! Неудобно получилось! Надо будет извиниться потом в другой жизни. Все, ты виновата. До чего же ты меня довела? Трехметровые испанцы, каменные, с копьями. Снег утих, как будто немножко. Хэппи-энд в инди-игре. Волчонок. Сдох. Хотя, наверное, сейчас придет. А кажется, что волчонок это волчица? Ну. Не знаю. Что это на самом деле не она вообще была? Она уже давно в городе света? Ну да. О нет. Ты че такой агрессивный, ё-моё? Волчонок это ее жена. Он по жизни агрессивный. Может быть.
Мне понравилось, как музыка под действие подходит. Нет, это я предположил, мне никто не ответил. Я тебя убил. Оками, я не знаю, что сказать. Что он вообще взял, что она это самое? Это ее воспоминания. Может, она сидела рядом со скелетом, а там была эта штука. Волчица Бейджик, сидела рядом, да. Но она же на отдалении сидела, грибочек. Он типа предположил, что это от нее Бейджик, я не понимаю. Ну они же вместе подошли к скелету, она была в другом месте сидела. Ну, недалеко, конечно. С чего конечно. Бы им появляться, чьим-то еще воспоминанием? О, это же Кондор, охренеть. Красиво. Охренеть. Я ворую тебя, птичка. Надеюсь на это. Это просто... ультимативное животное. Давай. Может быть круче. И лети к закату. Я кахуна гуляю по лагуне. Вовсе не хочу ни у кого украсть Кондора. Ух, как широки твои крылья. Ари. Не могу. Калани, Калани, надеюсь, ты сможешь меня простить. Я пойму, если ты просто оставишь меня здесь. Где здесь? Я не заслуживаю попасть в горы света. И тебя я не заслуживаю. Ари. Я не могу орать. Спасибо за перевод. Вау, песня. Почему вы здесь летите? Вспоминания было. В воздухе? У козлики. Бомбату себе поймать. Обез.
когда будет. Ты зачем свернула? Просто лети прямо и все. Похоже, шепчущий камень. 140. Неудачно вышло. Он исчез. Припарковали орла. Я вспомнил. Я похоронил тебя здесь. Карани, я знаю, что ты не веришь в обряды, но для меня он был очень важен. Я наконец-то понял, что ты пыталась до меня донести. Своевременно. И зачем ты привела меня сюда? Я был неправ во всем с самого начала. И тебе нужно было указывать путь в город света. Не тебе, а мне. Колдит! Это я, затерянная искра. Видишь? Ты понимаешь, что это значит? Это город света. Красиво, как в аниме. Да. Должен быть он. Лучше похвала от Мэти. Я получил приглашение. Интересно, как он умер. От старости? Наверное. Тяжелым сердцем. Пойдем. Мы можем в обратную сторону пойти? Не идти в город света. Ахалашара, покеда. Нам... Видимо, нам его отвезти надо в любом случае. Моего припаркованного орла кто-то угнал. Ой, лежит что-то.
Говорила, надо сигнализацию ставить. Ну и район, блин. Расстояние как Сирис Сэмми. Пойдем, мы почти на месте. Мы бежим на одном месте. Нет, мы почти на месте. Не могу поверить, это же город света. А, вон барьер видно. Он же не может сам пройти. Вперед к воротам. Я ждал этого момента всю свою жизнь ждал, когда же он умрет наконец. Видимо, да. Не понимаю, чем тебе в этом мире не нравится. Очень красивенько без людей. Может, и суицид? Мы не знаем, пускают ли в город света суицидников. Наверное, пускают. Ну, видишь, его не пустили. Его без нас не пустили. Хотели, чтобы он что-то понял. Ой, что это было? Это был не город света? Вы собрали не все грибы. Я не понимаю. Может, это все-таки был не он? Ты уже в городе света. Может, он на самом деле не существует? Может, на самом деле, сама идея. Да кому он, блин, нужен вообще? Согласна. Дурацкий виноград, никогда мне не нравился. Если я что и понял, так это то, что мы с тобой, Оками. И... это все, что мне было нужно. Это же... Карани? Как ты, блин, узнал? Почувствовал. Но ведь я... животное у них лучше получается анимировать. То есть мы, правда, волчонком были. Это гений. Был ли волчонок женой? Думаю, нет. О, Камио. О, Камио. Закончим, пойду средним обниматься. Это как тот мем. Батя, у нас никогда не будет собаки. Батя и собака. Да. Спасибо. Повиляла хвостиком. Это что, Солнце? Или Марс? Марс. Они улетели на Марс от эпидемии радикала 6, которая была в их деревне. Мы же это уже обсуждали. Ах, да.
О, мать солнца. Вау, круто выглядит. Побежал в девятую дверь. О, это Пакман. Это его логотип. Точно и правда. Прикольно. Battlefield Myrmidon. Take shelter from the sun and grow in shade. Сеника Кампарта безграмотная. Польская игра или какая? The rain will wash the sorrows away and learn to soar the skies once again. Геймплей? Тут был геймплей? Ну, типа прыгать за этого самого лосося. Каней. Они в итоге на Марсе, кстати, были или на Луне? На Луне они были. Шарки. Ой, как много имен. Второй по счету прям. Это деньги, которые собирали? Ну да. Велма это из другого аниме. Вулкан анимусов. В одной игре, которая мне в итоге не понравилась, есть имя Риня. В смысле, это Риня написал вместо себя. Слил все на Риня, типа, не. Нет, ты... вообще не ты спонсировал. Я не помню, игру. Что именно, да. Я туда написал, но точно писал про Риня. Крис. Очень много Крисов. Вот это хорошее имя. Через АСК сразу видно поляк. Мы только до буквы Д дошли. Да. У меня дропов нету. А чё тут на стриме смотреть-то? Имена? Не, тя сестру к себе приглашаю. А, она ей специально выключила стрим, что ли? Перевезла, правда. Кей. Просто кей. Хочу засыпать под музыку. Я как-то заснула под музыку несколько раз. Это было ужасно. Ну просто нет, она в наушниках у меня играла, я проснулась как дура в наушниках. В наушниках неудобно спать. А плеер утром сел. То есть я проснулась без музыки, но в наушниках. А ты же видел мои наушники, да? Какие? Ну, которые в уши втыкаются, уши потом болят. А, эти, да, да. Я бы ночью еще проснулся. А я нет. Музыка кончилась. Попускаем просто. Мотать нельзя.
Мотать нельзя. Можно загрузить контрольную точку. Я только не поняла, я думала, после того, как люди вымерли, прошло много времени, и там все это самое. Я думаю, это типа... Все разрушилось? Внешний, ну, в смысле, нематериальный мир. Я тоже думал. Решил, что это нематериальный мир в итоге. Поэтому там никто не кушает? Угу. Типа копия реального, я не знаю. Ну, в смысле, волчица не кушает. Он был не совсем. Он явно там были какие-то места, которые. А, это мы уже смотрели. Ну, идемте спать. Да, можно спать. Путь в Ахлад. В Ахлад. Ты делаешь? Иду спать. Спокойной ночи, чатик. Спокойной ночи.